Нужда иж в районе Ньюрал Швиджедли скою пошелок лишь в Ульфап. Все скупа десны джонь виджалу нас проекшерки. Но фельдшеры сыны або, они воловле орчатом пошелок лишь бурдадыш. В населенном пункте Кою проживает 250 человек. И, конечно, фельдшер, который приезжает из Тома и проводит здесь, по сути, подворовой обход, прием, это происходит всего два раза в неделю, конечно, этого недостаточно. Поэтому вот одно из поручений сейчас Минздраву Республики Коми решить вопрос и с привлечением сюда фельдшера. А так национальный проект в действии, ФАП создан. Юрал членков я шерти, коли воджи купедны тача медицина ширин яс и чекик пошелок ясен, медим юзес, кольчисны сене овны.